Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Мы продолжаем играть в игру «Болотная атака», и я думаю, что сегодня мы пройдем ее. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. И останется еще две энергии. Хорошо, ребята, поехали. 17 уровень у нас. Опять не посмотрел, прикупил ли я все или нет. Управляющий объектом. Да, ребята, арбалетов у меня мало. Ладно, для нас ничего страшного. Тем более у нас есть дядя Ваня, который бросает кирпичи налево и направо. Опа! Вы видели? Только что прилетел в меня кирпич, в мой домик. Да ты посмотри, что делается, а? Так, динамит. Да ну, хорош. Ёпростые, ребят, я не успеваю ни то, ни сё, ни пятое, ни десятое. Ага, пугало не может, к сожалению, испугать кирпичи, и они все равно будут лететь в меня. Так, у меня, кстати, и косморужье не очень прикуплено, да? Ладно, давай. Отбивать будем с вами кирпичи тогда, раз на то пошло. Слушай, без остановки они в нас... Уже по два? Вы что, серьезно, что ли? Вы серьезно? По два кирпича? Ёлки ты палки. Так, ребят, надо быстрее все это дело разбомбить. У нас уже очень мало здоровья на здании. Ну-ка, не тут-то было, парень. Дай-ка я включу косморужье, в конце концов. Хотя против этих можно... Угу, понятно. Не успеваю, ребят, я, к сожалению, сбить летящие в меня кирпичи. Опа, нормуль, получилось все отлично. Так, давай-ка мы, наверное, бросим сюда аккумулятор. Да? И будем уже подбивать этих мышей в касках строительных. Так, и ждем, пока у нас, ребят, произойдет перезарядка. Потому что секунды на секунду могут полететь кирпичи. Пока не вижу. А может уже все? Может уже больше не будет ничего в нас лететь? Тогда давай добивать. Нет, по-моему, летит. Отлично, я сбил. Так, и динамит еще тут начинается. Ё-моё. Так, забрасывают меня. Да ну, за... Что за дела? Еще не хватало здесь, ребята, нам отдуплиться. Так, пополнили здоровье. Все, я все-таки справился. Так, умножение у нас есть, значит, мы с вами посмотрим еще видосики за энергию, ребят. 68 тысяч у меня на кармане, поэтому давайте, ребят, наверное, закупим с вами и взрывчатку, и боеприпасы. Так, по боеприпасам у нас вот это все закупаем, затариваемся по полной программе. И теперь еще... Подожди-ка, по оборонке, дай-ка я посмотрю, что у нас там у дяди Вани. Вот, прокачан он теперь у нас полностью, и это хорошо. И давай, наверное, докупим немножечко взрывчатки. Замечательно. Так, возьмем, наверное, еще пугало. Давай-давай вот так вот. О, 10 максималка у вас. И, наверное, купим ульев. Сколько? 3 штуки, да? Все, ребят, денег больше нету, а мы с вами продолжаем. Так, что это у нас за уровень такой с корытом? Давай проверим, что это они его тут повесили. Частный бассейн. Не понял. А в чем прикол? А, вот теперь я понял, ребята, в чем прикол. Хитрецы. Ясно, значит, они мне здесь сюрпризики подбрасывают, да? Ладно, будем, ребята, тогда уничтожать. Ох ты, и комарики здесь на воздушных шариках. И крокодильчики, ну как же без них. А мы, ребята, вот сюда вот, наверное, пугало поставим, да? И никто к нам даже сюда и не подойдет. И носу не подточит даже эти самые комары и москиты. Так, опять. Слушай, а пираньи, интересно, наверное, тоже не смогут, мне кажется. Ох ты, какая, смотри. Молодец, дядя Ваня, подбивай их. Еще одно корыто. Ребят, у нас как-то очень, очень мало этих патронов на ружбайке. Нужно сделать перезарядку. А пока бомбу вонючку сбросим. Так, ну-ка давай этих пираний уничтожать. В принципе, ничего в них сложного нет. Они очень легкие. Изейшие, я даже сказал. Ну, на данный момент. Так, крокодильчики тоже легкие. Ну, половина волны уже пройдена. Осталось совсем чуть-чуть. Отстоять, как говорится, наш домик, и все будет пучком. Слушай, вы запарили, а, комары? Все никак не угомонятся. Летят и летят. Как будто здесь медом намазано. Или кровью. Что они там у нас? Кровь? Чмакают, да?
Так, опять корыто. Давай-ка сделаем вот так вот. Пускай у нас пугало будет вот здесь стоять. Ты посмотри, что они тут делают, а? Так, можно, в принципе, переключиться, да, на арбалет. И можно из арбалетика побомбить. Все, легко и просто. Как же все-таки это пугало ржет, а? Да, ребят, прошли. Помню, кто-то, один из подписчиков написал: Рэй, купи, пожалуйста, ядерную бомбу. Ребят, если мы с вами накопим 100 тысяч, то сегодня и купим тогда ее. А пока больше ничего нам и не нужно, кроме вот арбалета. Ну что же, у нас 19 уровень, потом уровень халявы. Слушай, может быть, даже сегодня и купим мы эту самую атомную бомбу. Вмешательство мутантов. Вот такое вот название, ребята, этой миссии. А где мутанты? Не вижу, ребята, никаких мутантов, чтобы могли здесь вмешиваться. Так, это у нас те самые буржуи, которые могут делиться. Не то, что могут, они и будут. Так, давай. Отпугивай их, пускай... Так, коровы. Коровы нам здесь не нужны, ребята. Так, что там у нас? Бомба-манючка выпала на халяву. Замечательно. Так, ну чё, мотыльки, светлячки, не пройти вам, да? А хотелось бы, да? Но нет. Дядя Джо никого не подпустит, верно? Давай еще одну пугало сюда бросим. И бомбу-манючку. Хорош бросать свои тут коктейльчики Молотова. Так, слизняки. А говорили, что их не будет. Вот они, ребята, вот они, родные синие слизни, которые пришли. То есть они, ну, та самая замена вот этим зеленым. Не знаю, правда, в чем у них преимущество. А, ну да, зеленые у нас один раз делятся, синие, ну, очень много. Там до 3 раз, по-моему, или до 4 даже. Так, давай отбивать их. Я брошу сюда аккумулятор. Смотри, как аккумулятор моментально их практически забомбашил. Оп, оп, начинается вот эта вот дележка ихняя. Слушай, с бомбой и вонючкой у нас проблема, причем большая. Так, пугало, давай, что такое? Улей бросаем. Бросаем улей, и улей довольно хорошо справляется с коровами. Так, ну что, последняя волна, ребят, и мы прошли с вами этот уровень. Давай, где там? Не успел, светлячок не успел появиться, как его сразу осы покусали. Все, наверное, прошли. 61 тысяча, осталось совсем немножечко, но, ребята, нужно, в принципе, закупиться. Потому что мы потратили с вами очень много взрывчатки, и сейчас возьмем. Так, бомба-вонючка обязательно нужно прикупить. Хотя бы десяточек. И я думаю, что нужно взять ульев. Тоже где-то десяточек. Вот так. Ну что же, поехали. Уровень халявы. Битва, как говорится, против инопланетных существ. Эпизод 10. Острые зубы. Это, наверное, про пиранью, да, ребята? Скорее всего. Так, что у нас здесь такое? А, бегемот. Такой сильный, что может разрушить дом. Берегись его молотка. А он, во-первых, подойдет ко мне. Дядя Ваня — быстрый, сильный и крутой мужик с золотым сердцем и парочкой кирпичей в карманах. Летающий кирпич — это птица, это самолет? Нет, это опасный летающий кирпич. То есть кирпич — это сам по себе? Я думал, что его кто-то бросает. Ведро с рыбой, целое ведро зубастых сюрпризов. Все, понятно. Ах ты, ну, конечно же. Давай, еще не хватало мне тут пираний. Так, секунду, ребята. Кто? Понятно. Так, мне, по идее, нужно, ребят, вот это вот корыто уничтожать в первую очередь. Так, еще одна бомба-манючка, шикарно. Ну что? Бобры. Так, погоди. Ать, не успею, да? Не успею, ребят. Нам досталось пугало. Вот это хорошо. Так, можно, в принципе, наверное, поставить. Нет, подожди, давай перезарядимся. А потом уже будем бомбить. О, аккумулятор даже. Арбалет, ну шикарно. Ничего не скажешь. Так, Ванюш, давай там кирпичами бомби их. А я вот пока корыто это попробую разбомбить. Так, еще одна мне бомба Ванюшка досталась. И пиранья здесь где-то, вот она. Подловил я ее. Еще одна бомба Ванюшка, ребят. Ну давай. Если такой смелый, то вперед ко мне сюда, на мой домик. Но я сомневаюсь, что вы такие смелые. А вот надо вот это вот подбивать. Так, пираньи. Они отдупляются. Ребят, они отдупляются.
довольно быстро. Еще одно пугало. Так, наверное, бросим вонючку. И я думаю, что вот сюда пугало поставим. Так, и нам еще достается аккумулятор. Так, я не понял, что там, Ваня, что такое? Ё-моё, что ты там дергаешься, бедняга? Аккумулятор забросим. И еще вонючка. Ребят, ну все, этот уровень изейший. Довольно неплохие плюшки нам давали. И, естественно, мы с помощью них этот уровень и прошли. Так, давай сюда пугало посадим. Ну, просто так уже, ребят. Нам, как говорится, некуда это все девать. Поэтому нам нужно это тратить. Так, ведра. Точнее, корыто. Даже улей нам подкинули. О, какая щедрость. Ну что же, прошли. Давай, наверное, умножать все это дело. Я вот сижу и думаю, а стоит ли нам улучшать рояль? Думаю, что нет. Нам проще накопить 30 тысяч и купить ядерную бомбу. Хотя бы для того, чтобы посмотреть, как она вообще, ребята, действует. Так, открываются дополнительные уровни сложности. Так. И у нас 21-я миссия. Ребята, тут босс не за горами. Буквально еще 4 уровня, и мы с ними подеремся. Ну что ж, поехали. Поехали зарабатывать барыши. Проектирование строительства. Даже вот так. Ага. Крокодилы. Опа, и свиньи. Так, кирпичи что ли опять летят? Да. Я сразу, ребята, это понял, что летят кирпичи. По характерному дрожанию нашего, как говорится, экрана. Ну хорош, крокодил. Так, аркебуза идет. Причем, так, тихо, готовлюсь, вот он. Да, не успел, ребят, не успел я подбить. Да ну! Они меня хотят врасплох, ребят, взять. Я должен и контролировать монстров, да, и в то же время еще отбивать эти кирпичи. Нашли простачка мне тоже, а? Так, отлично. Пока справляемся. Пока справляемся, ничего сложного здесь нету. Бросаем, ребят, сюда аккумулятор. Я все-таки считаю, что бегемоты это самые ватники. Ну, после крокодилов. Так, тихо, летит что-то, да? Кирпич. Прилетел, ребят, кирпич. Так, ну-ка давай-ка из арбалета побомбим. Так, уйди отсюда. Ох, как видел, как дядя Ваня быстренько эту установочку раздеребанил. Будут знать, на кого нападать. Так, тихо. Установки эти нам не нужны. Как это? Динамитомешалки. Динамитомешалки. Разнесли. Так, готовлюсь. Летит. Блин, не попал. Мазила я. Я просто мазила. Ты видишь, отбил. Ну давай, где еще? Будут еще кирпичи или нет? Не вижу. Наверное, не будет. Да, ребят, волна уже заканчивается. Так что давайте вот этих вот паршивцев последних забомбим. Уйди, уйди отсюда, тебе не рады. Я вот не понял одного, знаешь что? Пугало. Так, кузен, я не понял, ты кирпичи. Он вроде бы как бы кирпичи ловил языком, но не получалось у него их сбить. Как говорится, точным попаданием. Ну а нам осталось всего лишь 5500 набить. И мы с вами возьмем ядерную бомбу. Это отличная новость. Так, 2 энергии, а нам нужно 3. Но мы, наверное, ребят, с вами успеем накопить, пока будем это все дело проходить. Так, секундочку. Боеприпасы нам нужны. Так, давай-ка закупим. Все, поехали. 22-я миссия. Ну, ребята, сегодня, скорее всего, мы пройдем с вами игру. Плотники называется. Это вот это плотники? Это болотники. Так, выдра пошла отсюда. Вон она, ребят, стоит в этой куче. Ох, как дядя Ваня наяривает, а, ребята, просто супер чувак. Быстро работает молотком. Так, вот это нам не нужно. Это нам не нужно, говорю, все. Как у нас быстро заканчиваются, ребят, патроны, а? Вот беда, вот все хорошо, вот патроны заканчиваются быстро. И домик наш горит. Ну хорошо, что он на болоте, он, видимо, весь сырой такой, что... Довольно медленно он, короче, горит, скажем так. И это плюс для нас. Ёлки-палки, я думаю, что такое? Мы стреляем с вами этими болтами от арбалета. Давай сюда. Так, бомба-вонючка пошла. Выдра. Так, секундочку. Давай-ка мы, наверное, бросим сюда улей. Ну. Блин, дом горит. Дом горит. Но он довольно быстро тухнет. Это хорошо, потому что здесь повышенная влажность.
И дом, тем более, как я вам уже говорил, просырел весь до корня. Поэтому не так легко его поджечь. Так, ну что там, где последние охламоны? Нам пора сегодня, ребята, игру пройти эту. А если мы сегодня ее пройдем, вы мне пишите в комментариях, что будем проходить далее. В принципе, у меня есть одна игра на заметку, но не знаю, пойдет ли она вам или не пойдет. Когда мы начнем играть, ребята, вы мне, надеюсь, отпишитесь в комментариях. Да хорош уже, пираньи, ну, в самом деле. Так, подбил. Пираньи в касках. Это, конечно, что-то новенькое. Так, что там такое? Ёрзает, а? Последняя пиранья ёрзает, выводит меня из себя. Ну, смотри. Подбил. Так, пройдено у нас все. Ну что же, ребятули, у нас 130 тысяч, и я предлагаю вам, да-да, купить ядерную бомбу. Ах, тут ее еще можно улучшить. Ладно, давай посмотрим, сколько это улучшение стоит. 18 тысяч. Ну что ж, давай возьмем вместо... Ага, он ее сам уже определил. Вместо пугала. Слушай, я не хочу вместо пугала. Давай лучше мы возьмем вместо улья. А пугало верни мне обратно. Так, пугает твоих врагов до смерти. Вот, пускай пугает дальше. Ага, значит, получается, ядерная бомба у меня... Подожди, нет, вот я могу, ребят, купить. Ха, один, всего лишь один, это максимальное количество. Ладно, у нас с вами, да, как раз хватит для последнего боя. Ну что же, 23-я миссия, ребят, вперед. Должен я протестить, в конце концов. План выполнения, называется уровень. План выполнения, ладно. По-моему, я, ребят, немножко упукнулся, я не закупил боеприпасы. Вот это обидно. Для последнего босса я должен быть во всеоружии, согласитесь. У меня должны быть, и, как говорится, и пугало, штук 10-20, и бомба вонючки, все должно быть. А, мы хотели проверить, давай проверим, ребят. Ёпарасете, ничего себе. Слушай, круто, но всего лишь один раз, ребят, всего лишь один раз. Как бы вам сказать? Ну, я считаю, это невыгодно. Это невыгодно. Это если у тебя здесь вообще врагов целая-целая куча, и ты уже не справляешься, и, как говорится, тебе делать нечего, ты можешь ее бросить. Ну, не знаю, ребят. Мне кажется, не особо она хороша. Эффекта много, но один раз всего лишь. Меня это не устраивает. Грустно просто, грустно, ребят. Опа, ты куда тут прилетел, охламон, а? Летит он мне здесь, поедатель аккумуляторов. Ну давай, давай, мыши, валите отсюда, вы достали. Так, давай еще одну бомбу-ванчику применим. Это, я так понимаю, ребят, последняя волна у нас идет. Сейчас мы с ней разберемся и перейдем уже к боссу. Вот единственная проблема, я не знаю, стоит ли нам на него идти, не закупив полностью боеприпасы. Вот я... О чем говорю. У нас миниган. Ну ладно, миниган у нас купленный полностью. Что там еще нам надо докупить? Болтов, да, маленечко. Болтов, да, для арбалета. Ну, в принципе, и все. Ты посмотри, как она сразу же в нас пуляется. Говорили мне, что этот босс будет сложный последний. Так, просто используй ее. А, ну это я, видимо, то, что использовал эту ядерную боеголовку. Ну что, друзья, у нас с вами последняя энергия, да? И вот у нас босс. Но прежде чем идти на него, давайте-ка мы с вами затаримся. Так, ядерную бомбу я уберу и поставлю... А, давай улья возьмем. Вот так. По оружию у нас что? Убираем арбалет и берем... И берем с вами миниган. Так, далее что? Так, подожди, это нам не нужно пока. По взрывчатке. По взрывчатке аккумуляторы. 10 штук возьмем потом. Не знаю, пугало нужно здесь, нам не нужно. Вот серьезно говорю. Не знаю. Может быть, лучше кислотный дождь. Черт его знает. Вот давай возьмем ульев. Десяточек. И бомбу-вонючку тоже. 10. Пугало, блин, ребят, вот сейчас куплю пугало, а оно там не понадобится. И буду сидеть и локти, кстати, и говорить, что надо было взять рояль. Или
ту же самую ядерную бомбу. Причем ее улучшаешь. Она вроде бы и так всех сразу бомбит. Зачем ее улучшать? Не знаю. Ладно, ребят, давайте я возьму фиксник, так уж и быть. 10. Ох-хо-хо-хошечки. Поехали, как говорится, с Богом. Ну, бригада по сносу. Вот так, ребят, называется у нас уровень. Я так и думал, что пугало, наверное... А нет, ребята, пугало здесь нам пригодится. Так, дай-ка я поставлю миниган и начну бомбить. Ну-ну-ну-ну-ну. Так, секунду, давай сделаем так и вот так. Пушку сейчас мы эту снесем. Все, хана, нет ее больше. Бросаем тогда с вами так, так и вот так. Опа, опа, ты посмотри, что он там делает. Он в меня бомбит. Так, вот эти вот ребята нужно сносить. Все, закончились, да, у меня? Закончились боеприпасы на минигане. Что они творят? Давай вот так вот. Все, ребята, будем бросать, все использовать. Ага, у него, оказывается, вон еще пушка наверху. Я ее как-то, честно говоря, не заметил. Теперь будем знать. Так, сносим. Что там такое? Что там? О, летят кирпичи. Да ну, хорош. Без остановки, что ли, будут лететь, а? Блин, если бы я еще попадал. Так, пушку я снес. Так, давай, ребята, бросим сюда аккумулятор. Ох ты, ты видел, что он делает? Да ну, завязывает уже со своими этими кирпичами-то, а? Так, ребят, подожди, что-то тут какая-то нездоровая фигня. Бросаю все, что вижу, ребят, все, что у меня есть, я бросаю сюда. Ему конец, да, я его взорвал. Слушай, ну на самом деле не такой уж он и сложный, этот босс. Но бомбил он капитально. Так, что такое? А, перец подобрать надо. Так, ну что, давай умножим это дело все. И судя по картинке, бегемоты сдались, выбросив белый флаг. Скоро будут выпущены новые уровни. А вот насчет этого, ребята, я очень сильно сомневаюсь. Потому что игра старенькая, и если бы они хотели, они бы уже их сделали. Поэтому будем заканчивать с вами это видео. Всем большое, ребят, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось прохождение этой игры. Ну, а мы с вами увидимся в следующих новых интересных играх. Всем пока, всем удачи и до новых видосиков, ребята.